В курортном поселке городского типа Затока, который находится в Одесской области, было проверено качество морской воды. Стоит ли туда ехать туристам, в нашем сюжете. Согласно лабораторным данным по санитарно-микробиологическим показателям, вода на популярном курорте под Одессой не соответствует нормативным требованиям. В трех рекреационных зонах была выдана рекомендация о запрете купания. Известно, что на двух десятках пляжей нашего региона были отобраны 139 образцов. Их проверили на все возможные показатели – санитарно-микробиологические и санитарно-химические. Отмечается, что в Затоке пробы воды не соответствовали гигиеническим требованиям по санитарно-микробиологическим показателям. Таким образом, купание не рекомендовано на прибрежной зоне района Центральный, Солнечный и прибрежной зоне района Лиманский.